Ой, спасибо, малыш. Любят девочки, ой, любят мальчики. Веник, а? Понедельник, 10 утра, а ты не на работе? Если из-за тебя на улице пойдет снег, такси за твой счет. Да что-то всю ночь не спалось. Елочек, держи. Но я уже ухожу. Так, а ну сиди. Так бездарно ночь мог провести только ты. Хотя бы в бар сходила, на дискотеку, хоть какой-то спорт. Маша, откуда у тебя в сумочке тонометр? Ну, был у меня один пожилой ухажер. Вот, с тех пор ношу по привычке. Маш, да нет у меня давления. Так, медсестра. Маш, мне же не 60 лет. Веник, давление бывает не только в 60 лет. Многие вообще не подозревают, что у них гипертония. Сейчас высокое давление после 30 – это вообще нормальное явление, учитывая твой сидячий образ жизни. Ну что там? 127 на 84. Ну это ж в пределах нормы. Веник, в пределах нормы – это каждый день замерять давление и наблюдаться у врача. В смысле? В прямом. Пожалуйста, Лиза, надо проконтролировать. Конечно, здоровье – это важно. Так. Что мне нужно сделать, чтобы вы от меня обе отстали? Здоровый образ жизни и спорт. Спорт. Это я могу. Ничего, ничего. Еще спасибо скажешь мне и национальному проекту здравоохранения, который заботится о нашем здоровье и его профилактике. Так, Лиза. 8. 8. 9.